Следственный комитет России и Московская транспортная прокуратура начали проверку после инцидента с самолетом Boeing 777 в небе над Таиландом. Пассажиры и несколько бортпроводников получили травмы после того, как самолет Москва-Бангкок попал в зону сильной турбулентности. ЧП произошло за 40 минут до посадки. В Аэрофлоте высказали, что лайнер резко подбросило на 200 метров вверх. Представители авиакомпании утверждают, что борт попал в так называемую турбулентность ясного неба. Это природное явление случается при хорошей погоде, и предсказать его крайне сложно. Поэтому экипаж не смог предупредить пассажиров о том, что самолет входит в опасную зону. На борту лайнера находились более 300 человек. По меньшей мере 25 из них попали в больницы с ушибами и переломами. В Аэрофлоте уже заявили, что оплатят расходы пострадавших на лечение.